В мае месяце этого года мне удалось посетить семинар, устроенный при поддержке Андрея Дарусенкова, семинар, который вел Андрей Бессонов, который уже порядка 5 лет обучается у великого мастера Кимура в Японии. Что самое интересное, какая одна из целей была посещения семинара? Это увидеть работу, как человек работает руками. То есть, как раз одна из та самая сосна, которую Андрей обрабатывал. Что мне было интересно? То есть, вот он берет веточку, разные веточки, и умудряется сделать из них красивое облако. То есть просто из какого-то куста, из обычной нашей самой российской сосны, в результате выходит маленький шедевр будущий, который со временем нарастет и будет очень интересным. Ну и самое главное — техника. То есть сделать сосну, то есть буквально за полчаса половина дерева была преобразована глобально. До неузнаваемости. До неузнаваемости, да. Потом они с Андреем доработали. То есть вот даже самые интересные такие моменты — это смена макушки. То есть, в принципе, вот эта вот ветка, это макушечная ветка была у этой сосны. Но Андрей взял и изменил макушку до неузнаваемости. Хочу поблагодарить Андрея за ту информацию, которую он с нами поделился за годы своего обучения. Очень надеюсь, что в будущем он будет проводить еще какие-то семинары. Очень рад был его видеть в Москве, потому что до этого с Андреем мы были знакомы, наверное, лет 10. То есть Андрей для меня был до этого неким мифическим человеком, а тут я увидел живого, нормального человека с нормальным общением, с хорошо поставленным языком. Желаю ему успехов в окончании его обучения у господина Кимуры. Я желаю ему самому стать мастером на уровне господина Кимуры, и чтобы он смог обучить нас каким-то тонкостям и секретам искусства бонсай.